продолжаем делать правильные подарки на нашем телеканале Shop & Show. Роскошный крест мы вам уже представили. Вот посмотрите, то, что создано для ваших мужчин, цепь джентльмен, это стильный аксессуар, который идеально дополнит образ успешного мужчины. А посмотри, пожалуйста, Олечка, на плетение. Я тебе, извини, пожалуйста, перебила, думала, что ты уже свою мысль закончила, но тем не менее, я рвалась в бой, потому что я хотела вас максимально точно познакомить с этим чудом. Я обожаю, когда мужчина не стесняется быть стильным, быть модным. И вот если вы как раз хотите такой образ создать, без вот такой цепочки джентльмен вам просто не обойтись. Посмотрите на эти звенья. Это панцирное плетение, такое сложное в производстве. Потрясающее, добротное плетение. Вот качественно, очень качественно выполнена эта цепь. И я, пожалуй, знаю, кому эту цепь подарить. Нашему сотруднику, который мечтает уже давно о золотой цепочке. Ну, невозможно ее отличить. Купить, понимаешь? Многие мужчины почему-то не решаются вот так себя украшать, они чего-то боятся. Давайте вместе бороться с комплексами и с предрассудками. Мужчины, мы знаем, что вы тоже хотите быть привлекательными, поэтому звоните прямо сейчас. Ты знаешь, нет, смотрю я на эту цепь, думаю, не примет он от меня такой подарок. Он подумает, что он очень дорогой, ведь невозможно отличить от настоящего золота. Да, действительно, здесь золото, между прочим, розовое покрытие гальваническим методом нанесено. Чтобы вы понимали, я поясню. Каждое звено из латуни. Это достаточно сложный, такой неоднозначный материал, но податливый для использования. И что касается покрытия, я все-таки завершу. Итак, покрытие нанесено гальваническим методом. В процессе электролиза оно буквально вживлялось в латунную структуру этого изделия. Цепь джентльмен – это универсальный аксессуар, который позволит подчеркнуть мужественность и брутальность каждого представителя сильного половины. Да, пожалуй, это единственное украшение, за исключением, конечно же, обручального кольца, которое ваш любимый мужчина будет носить определенно с удовольствием. Да, я согласна. Мне кажется, стильно будет смотреться эта цепочка и на водолазке темной, как мужчины любят. Знаешь, вот такой стиль Джеймса Бонда. Что-то вот такое исключительно привлекательное для нас, для женщин. Я снова хочу заметить, что это фантазийное плетение. Это панцирное плетение сложного производства. Цена низкая, 1290 рублей. Это изделие еще и очень даже функционально. На него можно повесить и крестик, или иконку. А вообще, мне кажется, такая цепочка джентльмен подойдет и какой-нибудь женщине, да, которая любит такие толстые цепи золотые. Мне кажется, это такой говорящий стиль, когда мы подчеркиваем свою властность, когда мы хотим намекнуть всем окружающим на свое превосходство. Мне кажется, при желании, допустим, женщина может многократно эту цепочку обернуть вокруг своего запястья и сделать тем самым браслетик. Такая цепь будет уместно к любому стилю вашего мужчины. Ну, не важно, что он предпочитает, классику или спортивный стиль одежды. Мне кажется, эта цепь будет уместна к любому стилю. Между прочим, цепочка длинная, 60 сантиметров. А что касается карабина, я вам его прямо сейчас и продемонстрирую, чтобы вы понимали. Вот он сейчас будет виден на экране. Посмотрите, какой массивный. Вот есть что-то брутальное даже в этой застежке, в этом карабине есть нечто такое функциональное и очень внушающее доверие, правда? Между прочим, этот карабин приводится в действие латунной пружины, которая находится внутри. Она вот так вот невооруженным взглядом, разумеется, не видна. Но если вы бы попробовали, вы бы поняли, о чем я говорю. Я легким движением руки открываю карабин, а закрывается он уже автоматически. И все же запала мне твоя идея с браслетом. Позволь, я попробую это прикинуть, как это будет смотреться на моей ручке. Вот, посмотрите, очень надежный карабин, прекрасное крепление. Давай я тебе помогу. О, ладно, давай, давай, что-то у меня против? Не получается, да. Ну, тебя бы получилось, ладно, ты просто пококетничала, хотела особого внимания, но я тебе все-таки помогу. Как же здорово это смотрится. Да, вы посмотрите, как фантазийно смотрится эта цепочка. Вот сюда, давай сюда, на твою кожу. Да, а какая приятная тяжесть, очень приятная, такая добротная тяжесть, а какие переливы. Какое покрытие, но очень-очень качественно. Очень стильно. Ты выглядишь как бизнес-леди, а не как ведущая. Правда, что-то в этом есть. Когда мы помещаем на себя вот такое обильное, объемное золото, нас, мне кажется, уже и люди даже по-другому воспринимают. Нас уважают. Да, очень красиво. Ты посмотри, я уже влюбилась в эту цепочку, уже задумалась. Не нужно ее дарить нашему сотруднику, возьму ее себе. Оно и правильно. Итак, цена предложения 1290 рублей. Это розовое золото, которое наносилось здесь гальваническим методом толщиной в 1 микрон.